Так, у нас сегодня 7 августа 2021 год, Харьков, 4:34 по Киеву в Харькове. Эмпирическим совершенно путем я выяснил, что на настройках ISO 800, вы видите в кадре ровно то, что и я в окуляре, в смысле освещенности. Вот такая картина у нас на рассвете. Да, улыбка чеширского кота. Пошли, наверное, к Юпитеру. Милостиво обошлась нам природа, погода. Справа у нас уже гроза и облака. На Юпитер мы все еще видим. Сатурн уже давно скрылся. В первом дубле был Сатурн. Ох, как сверкает. Да, ISO 800, надо же. Следующий дубль буду снимать ISO 125, покуда возможно. Постараюсь зафиксировать такую луну в таком состоянии, в предсмертном. Ну, наверное, буду пытаться добиться лучшего из хорошего. До Юпитера 604 миллиона километра. Внизу Каллисто, потом идет Дуплет, Европа, Ио и Ганимед замыкает шествие. Слушай, вообще стих ветер, ты представляешь? Я сюда шел на съемки в 3 часа ночи, это было просто ураган какой-то. Я не надеялся даже снять что-нибудь. Путне. И вот тебе, пожалуйста. Хорошо. Красивое облако, которое радовало нас молниями. Да, пора уже на 125 ИСУ переходить. И посмотреть улыбку чеширского кота.
подлиннике, без технических световых обработок. Слушай, хорошо вообще получилось. Надо же. А стеллариум мне показывал, что Луны вообще не видно уже. Она померла. Нет, есть еще. Ну, конечно, если 125 не даст нам сейчас этого антуража. Мизансцены этой. Ты посмотри, какие облака на горизонте на восходе. А. Ну это же просто красота. Хорошо. 7 августа 2021 год. Харьков, 4:40 по Киеву. Следующая дубль на ИСУ 125.